Всем привет! Я еду сейчас в мини-басе, точнее в автобусе, да, в желтом, который ходит до пляжа Парадайз. Для тех, кто не знает, с Патонга можно ездить на бесплатный красивый пляж, который называется Парадайз. Автобусы желтого цвета уходят они с того места, где можно уплыть на Freedom Beach. Ну, в общем, они циркулируют по круговому движению по Патонгу и уходят в сторону Парадайз. Ну, в общем, если вы по карте посмотрите, вы поймете. По Патонгу, по круговому движению, да, вот этот желтый автобус, он ходит, и если вы его поймаете, надо вставать в тех местах, где есть остановка, там вы можете поймать этот автобус и доехать, вот как, собственно, сейчас я еду до пляжа Парадайз. Я еду один, никого нету, как видите, автобус пустой. Почему пустой? Потому что я еду уже достаточно поздновато туда, сейчас час дня. Вот. В час дня уже мало народу ездит в ту сторону, в основном все уже начинают оттуда возвращаться. Вот. Поэтому я еду один. Еще раз повторюсь, этот автобус бесплатный. Я уже не первый раз так езжу, когда приезжаю на Пхукет. Постоянно так пользуюсь. В принципе, красивое место такое, достаточно Парадайз Бич. Приеду, может, поснимаю тоже на камеру. Я как персональный такси как будто бы. Никого нет. Никто даже не хочет подсаживаться ко мне. Странно. Вот почему Патонг лучше, чем ката либо кара. Да, потому что здесь с Патонга можно не только на самом Патонге купаться, да, но и ездить на красивые пляжи, такие как Freedom Beach и Парадайз. Freedom Beach, наверное, все-таки будет получше Парадайза, но туда и бесплатно доехать не получится, потому что до туда не ходят бесплатные автобусы, до туда надо плыть либо на лодочке, которая стоит около 2000 бат, либо ехать на мотобайке, брать мотобайк и ехать туда на мотобайке, но опять-таки придется идти пешком через джунгли, чтобы попасть на Freedom Beach, если вы берете мотобайк, что, собственно, тоже не каждому подойдет. Вот. Не очень удобно будет там пробираться через эти джунгли. Все-таки они правила соблюдают иногда, и вот как бы не хотят они останавливаться в неположенных местах, они не будут. Как бы вы ни махали. Поэтому становитесь вот в том месте, вот, я пропустил сейчас, да, хотел вам показать. В общем, где круговое движение, да, где круг сам, где знак кругового движения, получается, это в южной части Патонга. Вам надо встать и там ловить этот автобус желтого цвета.